Чувашия победила в конкурсе на реализацию профориентационного проекта «Билет в будущее». Всего поступило 58 заявок. Победителями стали 36 регионов страны. В этом году в проекте примут участие более 9 тысяч школьников. Их ждет тестирование на профессиональные предпочтения, мастер-классы на базе ведущих техникумов и колледжей республики. В прошлом году в проекте участвовали 70 школ и 19 СУЗов. К 2025 году к ним присоединятся все школы республики. Напомним, работа ведется в рамках нацпроекта образования.